C3 Industry уже 16 лет на отечественном рынке. Компания производит инженерную инфраструктуру для центров обработки данных, серверные шкафы, модули распределения питания, комплексы фото-видеофиксации. Товар востребован прежде всего в телеиндустрии и IT-сфере. Рынки сбыта у нас достаточно обширные. Это по всей России, это ближняя СНГ, это Казахстан, Узбекистан. Вот в дальнейшем перспективы по расширению. 2 месяца назад компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Специалисты регионального центра компетенции уже завершают диагностику рабочего процесса, изучили проблемы и готовы предложить мероприятия для их решения. У нас есть план работы на эталонном участке, на котором мы запланировали мероприятия по внедрению таких основных базовых инструментов. В качестве эталонного выбрали участок сборки шкафов. Это своего рода образцовая площадка в пилотном потоке. Необходимо организовать рабочее пространство с максимальной эффективностью так, чтобы ничего лишнего на месте, а нужные материалы отсортированы и всегда под рукой. Мы организуем и безопасное, и эффективное рабочее место на производстве, потому что первоначальные проблемы и потери, с которыми сталкиваются на производстве, это потери, связанные с неэффективной организацией рабочих мест. Когда работник тратит время на поиск нужного предмета, нужной подсборки, нужного инструмента. И это только часть изменений. Впереди еще 3 месяца совместной работы. Эксперты рассчитывают, что пилотный проект принесет около 12% увеличения выработки. Сделаны первые шаги к реализации плана, но эффект от участия в нацпроекте руководство компании видит уже сейчас. Однозначно сподвижки есть. Однозначно это и в мышлении людей, это и в общей организации производства, потому что в проекте участвуют именно непосредственно те люди, которые руководят и исполняют то, что мы планируем сделать. Поэтому, да, действительно, результат есть, и он уже виден. Национальный проект «Производительность труда» реализуют в Белгородской области с 2018 года. Задача – обеспечить прирост производительности в стране на 5% ежегодно к 2024-му. Предприятия, желающие принять участие, могут подать заявку на официальном сайте и пройти отбор. Сергей Черкашин, Павел Емелин. Такой день на Мире Белогорья.